Наркополицейские обнаружили в Самаре подпольную лабораторию по производству амфетамина. Готовили его кустарным способом. Около 70 граммов наркотика и 215 граммов ингредиента, необходимого для его приготовления, изъято. 36-летний безработный и 39-летний таксист пытались получить вещество полгода. Эксперименты у химиков-любителей каждый раз оказывались неудачными. Детали производства не удавалось освоить по причине наркотического опьянения обоих. Первый успешный опыт получили в июне 2015 года. Бизнес уже готовились поставить на поток, но наркополицейские накрыли лабораторию. Часть 4 статьи 228 предусматривает максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы. А с учетом того, что данные лица ранее не привлекались к уголовной ответственности, однако сами являются потребителями наркотиков, здесь как бы все будет зависеть от того, насколько они будут сотрудничать со следствием.